Ну, видите, вот перекресточек. Это вам не какой-то городской перекресток. Это замечательный перекресток вдали от города. Ну, не так уж и вдали. Там вот Чехов сзади. В общем, это поворот на Новое Симферопольское, вон туда. А мы сейчас продолжаем ехать по Старому Симферопольскому. И дорожка эта весьма вообще классная. Я уже говорю, что в Подмосковье очень много таких дорог, по которым ты и не скажешь, что она вообще в Подмосковье. Ну вот, глядите. Здесь, видите, одна полоса, обратно две. Ну, видимо, так сделали, потому исходя из логики потоков. Сейчас надо будет сверяться с картами, куда нам повернуть, потому что нам же нужно, ребятушки, с вами под УЭП, который идет мимо моей дачи, и куда я ходил пешком. Сейчас мы туда подъедем на машине, кум королем. Как говорится, царь во дворца, как говорит Борат в прекрасном фильме «Я Борат». Кстати, смотрели? Вот у нас уже первый нас пункт. Как у нас ремонт происходит. Сейчас этот ролик доснимаю, буду сверяться с картами. А потом у нас весь день впереди. Можно будет отколоть какую-нибудь поездочку. Думаю про Звенигород. Говорят, там сосны. Можно посмотреть. Посмотрим.